Издалека долго течет река Волга. Это Волга. Это старый метеор, который ходит по Волге. Это Рыбинское водохранилище, или как у нас его еще называют, Рыбинское море. А это мы, Латиномикс в неполном составе. К чему это я, спросите вы? Да к тому, что мы взяли и махнули на Рыбинское море по Волге на метеоре. Устроили себе фитнес-тур. А как это было, сейчас покажу и расскажу. Так, сегодня мы с девочками отправляемся в путешествие. Куда мы отправляемся, девочки, говорите? Брейтово на метеоре. Мы едем в Брейтово на метеоре. Погнали. Брейтово на метеоре. Мы зашли в кафе пообедать. После танцев, да. Мы голодные. У меня лагманчик. У меня тоже. У Лены тоже. А у Ларисы? Харчо. Харчо. Тоже ничего. Тоже ничего. Харчо тоже ничего. А макароны у нас с огурцом. Мы подкрепились и сейчас отправляемся на речной вокзал занимать очередь на метеор. Хочу предупредить, если вы соберетесь в поездку на метеоре, то обязательно берите с собой наличные деньги. За безналичный расчет билеты не продают. Это очень неудобно. Наше транспортное средство. Мадам Василевская. Это наши остатки пришли. Остатки. Желающих прокатиться на метеоре было очень много. А, подошла и встала. Мы зачем? Танца очередь стоит за нами. Наконец-то началась посадка. Здравствуйте. Да. С самолета. Вот туда нельзя. Иначе утонем. А что, как-то тут все так это заняли? Мы нашли себе местечко, ждем отправления. А плыть нам из Ярославля до Брейтова 4 часа. Thank you.
нас остановка в Рыбинске. Погодка, конечно, испортилась. Что-то как-то дождь моросит. Но тепло. Возвращаемся на Метеор, чтобы продолжить наше путешествие. А путь наш лежит к Рыбинским шлюзам. Шлюз – это водный лифт и ворота, через которые можно попасть в водохранилище. Это одна из ударных строек советского времени. Целью было обеспечить глубоководный выход канала Москва-Волга в сторону Нижней Волги и Волго-Балтийской водной системы через реку Шексну. Так как участок Верхней Волги не был судоходным весь навигационный период и эффективно использовать водно-энергетические ресурсы выше Рыбинска. Строительством гидроузла занимался Волгострой. Это специальное строительно-монтажное управление НКВД СССР. Основную рабочую силу составляли заключенные Волголага. Нас встречает величественный монумент «Мать Волга». Стелла расположилась на насыпной песчаной косе дамбы шлюзов и водосборной плотины Рыбинской ГЭС. «Мать Волга» увековечивает трудовой подвиг строителей Волгостроя. Приехали мы в Бретово, пристани не дали девочке снять, все поскакали быстренько. Идем куда-то. Медсанчасть. Ну, это главный магазин, наверное. Вообще, что нужно девочек привезти из Бретова? Что? Да, у нас нет. Час. А у нас нет. Что можно привезти из Бретова, Лена? Копченую рыбу. Да. Вон поленница. Копченую рыбу. Поленницу? Для рыбы.
Но это, похоже, администрация. Две дружище, ты к нам подошел, да? Читайте памятник. Да ладно, тут пёсель такой бегает. Зиновьев. Щитры прямо. Товарищ. А щитры. Окуня, осёк, клещ. Ну, вообще-то мы сфоткаться хотели. Большой собак. Идем на набережную. Вдоль набережной стоят информационные щиты, которые рассказывают об истории поселка Бритово. Симпатичная аллейка из ив. В Метеоре мы все получили укладку. Идем с красивыми прическами. Все. Это местный яхт-клуб. Здравствуйте! На снятие. Смотри, какой дом. Водичка цветет, она вся зеленая. Мы хотели искупаться в водохранилище, но, глядя на такую воду, все желание у нас отпало. Места здесь явно рыбные. Рыбаков море. Запутались в купальнике. Не знаем, как правильно. Искупались и пошли. Мы решили вернуться на берег реки Сить. Там и искупались. Вода в реке чистая, прозрачная и довольно-таки теплая. Заодно мы здесь и поужинали. Надо отнести куда-нибудь. А Наташа жрет. Этот... Ужин получился креативный и душевный. Темнота! Ой, не могу! Ну, типа, мы все как чокаемся. Сегодня мы пьем саперави. Вот такое вот. Аккуратно. Пока прям это... Кто-то пьет его из огурца. Пониже, чтобы видно, что там вина. Кто-то будет его просто нюхать. Нет, а кто-то будет просто подержать. Подержать? Нет, держи, чтобы не пролилось. Наступил вечер. Мы ищем ночлег. Другая про подорожщину говорит. Будем ночевать в пожовниках. Это ехать, Наташа. А пешком это в районе часа. Так, ни одно такси мы не нашли. Их здесь просто нет. И в ножовнике мы идем пешком. Нам идти 4 километра. Да вообще без проблем.
Да, Брейтова такси нет, если что. Так что рассчитывайте сами на свои силы. Это вот я снимаю объем такой темноты, какой мы сейчас идем. Сейчас я включу фонарик, а фонарик не включить. Вот. Это вот фонарик. Вот бес. Бес вообще ничего не видно. Вот мама идет. Видите? Здравствуйте. Что ты кому-то записываешь? Вон там впереди, видите, два огонечка горит. Это мамины подруги. Вот мы идем. Вон там уже фонари просветляются. Их не видно, они трясутся, потому что я иду. Мы идем в деревню Поджопники. Так, пройдя 400 метров пешком, так как такси нет, мы нашли наш гостевой дом Брейтова. Это ужас какой-то. Мы шли по дороге из Брейтова пешком, вообще ночью. Устали. С другой стороны с какой? Ну вот вы там обойдите, и там будет центральное крыльцо, и там фонарики. Вход у нас с другой стороны. Чуть не упала. Идите туда. Девочки, вход с другой стороны. Нас тут, нас не пустили. Так нет, это они же. Аня-то туда зашла. Меня уже не пустили. Ну потому что вы увидели бы Аню на лицо. Да попробовали бы не пустить. Так. Ну, здравствуйте. 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 Мы прошли всего ничего. Ну да. Да вообще без проблем. Утром вообще идти не могли. Это удивительно. Да, примерно так. Алина, что мы тренировались? Давай, открывай. Попили, поели. Да, да. Это вообще, это ужас какой-то. Ура! Мы получили ключи от номеров. И это наш номер. Мы с Ларисой будем тут спать. О, какие-то мотыльки летают. Полина, давай включай свет. О, вот тут двуспальная кровать. У нас номер люкс. Так, шкафчики, подушечки. А тут такая ванная комната. Мы под крышей живем. Ой, блин, головой стукнулась. Ну, довольно-таки все прилично. Полотенце у нас только вот это. Угу. Морды красные. Да, отправляемся пить чай. Пошли обследовать отель. Блин, вот здесь вот опасно. Да, надо бы ограждение ставить здесь. Конечно. Вот здесь же стоит. А здесь-то нет уже. Нет, вот. А внизу тоже нет, да. Опасно. Так, мы с третьего спускаемся на минус первый.
Тут котельная, служебное помещение и кухня. Приятненько. Ну тут прям банкетный зал. Да. Давайте как лампу садим. А тут что? А, вот холодильник, девочки. Да, плита есть. Еще холодильник. Ага. Тут две плиты даже. Мойки. Три холодильника. Можно поставить? Мы тут типа чай пьем. Типа да. Но он немножко суховатый чай. Ну да, так это. Сладенький чаечек. С кружкой нормально. Вы посмотрите, сколько здесь комаров. Это просто жопа. Вау, они сейчас все нас сожрут. Это ужас какой-то. Я столько комаров не видела никогда. Пошли выгуляться. На ночь глядя. У нас консилиум. На чем завтра ехать и во сколько вставать? Ну что, в 6:20 выезжаем. Кто во сколько встает, это каждый вопрос. Да. Встаем пол шестого, в 6:20 выходим. Наташа в 6 может встать. Ну, Наташа как хочет. Идем в гости. Где-то что-то. У вас большой номер, это уже такой. Ну да, ничего так. Ну больше что? У нас кабинка. Это же кабинка. Да. У нас ванна. С деревянными кроватями. Да все нормально. Да нет. Нет, все прилично. Все кровати. Мама, вот эти вот стойки все. Ну, это вот дерево, что резное. Все прилично. Наш ранний завтрак. Вот на часах 6:00. На часах 6:00. Настало утро, да. Наш отряд выдвинулся назад. Опять пешим ходом. А так бы вот в тележке-то можно было прокатиться. Кисюля. Нас утро встречает прохладой. Колорит. И трактор на горизонте. Пока на жопнике, поджопнике, на жичнике. Вот они, встречающие рассвет. Да, мы идем с запахом навоза. Но веселые. И отдохнувшие. Если с другом вышел в путь. Веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть. Без друзей меня чуть-чуть. Я подскользнулась на всем. Вы представляете, сейчас в прямом эфире я бы упала.
Входим в Брейдово. Какой мы деревня-то жили? А мы все еще идем. В Брейдове есть свой суд. Подходим к маленькой площади с маленьким Лениным. А вот маленький Ленин. Вчера мы здесь купались. Мы не зря пришли рано, потому что народу вот уже целая очередь. Там стоит наш транспорт. Запускают. И собака туда же. А мы заняли козырные места. Капитану Пушкареву. А, это кабриолет. Это чтобы не поняли. Легко. Видите, вам комфорт такой.
Итак, наш фитнес-тур Брейтова подошел к концу. Получив массу разных впечатлений, мы вернулись домой. Ура, мы дома! Наташа где-то там сзади, но мы дома!